И к другим темам. Ранее задержанному депутату Народного собрания Республики Фикрету Раджабову смягчили меру пресечения. Подозреваемого в земельных махинациях парламентария выпустили из-под ареста при определенных условиях. Ему нельзя общаться с другими фигурантами дела, звонить по телефону и отправлять письма. Также он не должен покидать дом с 8 вечера до 8 утра. Мера пресечения смягчена после жалобы защиты Раджабова. Напомню, народному избраннику вменяют в вину создание преступного сообщества и махинации с земельными участками во время работы в мэрии Махачкалы.